Сегодня в 11 часов в результате патрулирования акватории спасатели Адлерского подразделения обнаружили дельфина, который долго ходил по кругу и не мог вернуться в море. Как оказалось, дельфин зацепился за крючки рыболовных снастей. Первое время он не давал спасателям подойти к себе и пытался вырваться, но не мог, потому что был спутан веревкой. Для того, чтобы подобраться к дельфину, сотрудники МЧС бросили якорь, подцепили им снасть и подтянули к катеру. Один из крючков зацепился за плавник, а второй за клюв, и дельфин намотал ее на себя. Спасатели вытащили крючки, обрезали снасти и отпустили дельфина в открытое море.